Старый Оскол присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД». До 21 мая во всех поликлиниках округа можно пройти бесплатное обследование и узнать свой ВИЧ-статус. Подробнее в нашем сюжете. Первый случай ВИЧ-инфекции в Старом Осколе был зарегистрирован в марте 1997 года. За 20 лет было выявлено около 500 инфицированных. Из них 244 случая – это внутривенное заражение, 209 случаев – это половой путь заражения, затем 3 случая у нас не установлен путь заражения и 2 случая вертикальные, то есть от матери к ребенку. Если раньше список больных в течение года пополняли 15-20 человек, то в 2016-м диагноз ВИЧ ставили 137 раз. За первый квартал этого года у нас выявлено 25 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 16 случаев – это местные жители, 2 случая – это иностранцы, затем 1 житель Белгородской области и 6 лиц без определенного места жительства. Регулярное обследование на ВИЧ проходят только военные и представители силовых структур. Процедура не входит в перечень ежегодного медицинского осмотра для всех. Добровольное тестирование на ВИЧ проходит лишь 15-20% от всего населения. Узнать свой ВИЧ-статус можно абсолютно бесплатно в любой поликлинике до 21 мая. При себе обязательно иметь паспорт. Ольга Шалыгина, Анна Семенова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.